расскажу о целях и принципах реабилитации после эндопротезирования. Для того, чтобы знать, к чему стремиться в реабилитации после эндопротезирования, нужно четко понимать цели. Расскажу о целях согласно международной классификации функционирования. На уровне повреждения наша цель – восстановить функции оперированного сустава. На уровне активности наша цель – это восстановить возможность передвижения самообслуживания пациента. И на уровне участия наша цель – восстановить социально-профессиональную активность и улучшить качество жизни пациента, что немаловажно. А для того, чтобы добиться наибольшей эффективности в реабилитации после эндопротезирования, необходимо четко соблюдать все принципы реабилитации. Это раннее начало. Начало реабилитации по времени это с 12-48 часов после оперативного лечения. Это мультидисциплинарный подход. Это комплексность. Это обоснованность. Это индивидуальный характер реабилитации. Этапность должна соблюдаться, преемственность обязательно. И реабилитация должна проводиться до сохранения положительного результата и до сохранения положительной динамики. Всем спасибо, всем пока.